Добрый день, дорогие друзья. Ну что, рыбалка началась. 2 недели уже не был на рыбалке, соскучился. Приехал как дом родной. Была поклевка карповая, вытащил карпа. В общем, все хорошо, все замечательно. Рулит горох. Горох, горох, горох. Ну выводи на плиты тогда. Вон он, вон, вон, стой, не вижу. Мужчина. Доброе утро. Ну что, прошла ночь. Ночь была довольно-таки теплая. Не замерзли. Костер у нас горел. Ночь была, в принципе, нормальная. Взял напарник карпа. Взял я карпа. Подлещик был. Был карась. В общем, ночь была нормальная. Сейчас закормили, перезабросились. Будем ждать. Карп держится очень далеко. Где-то за 100 метров. Для того, чтобы его достать, нужно, соответственно, иметь удилище 3,90 или 4, чтобы бросать туда кормушку. Или вот такую снасть. Вот с такой снастью тоже далеко очень летит с фидером. Шарик хорошо держит, но надо только найти ямку. А, вот она. Все. Оборвал шок-лидер. Шок-лидер оборвал с очень большим куском лески. Это еще было вчера. Там была снасть. И вот сегодня я ее вытаскиваю. Вытаскиваю эту снасть, вытаскиваю шок-лидер, кусок этой лески. Значит, благополучно цепляю эту снасть, бросаю с другой удочкой эту снасть, и она опять обрывается.
Это уже второй у меня такой случай был. На прошлой рыбалке так же было и сейчас. Получается, что если побывала снасть в речке, значит, ей суждено уже оборваться. Так, ну что, будем закругляться. Будем закругляться. Возможно, это уже в этом году последняя рыбалка. Будем, наверное, закрывать сезон. А может быть и нет. Бог его знает. Все будем немножко есть, и хорош, и хватит. Красавица. Будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. Начал собираться. Не клевал, поклевки вообще не видел. И вот те еще карась напоследок.